Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Задрот Сотого Левела. Сегодня я продолжаю проходить Need for Speed Most Wanted Black Edition. Третья серия, поехали. Так, в прошлой серии мы выиграли 13-го в списке, 13-го и 14-го в списке. Вот этих вот лохов. Теперь Иси надо выиграть, Иси-писи. Так, 15. Так, гонки полетели. Что там изично есть? Давайте вот это. Кстати говоря, я не посмотрел, сколько гонок надо там. Машинка вроде быстрая. Но мне кажется, ли она не поворотливая. Блин, трасса какая-то вообще. Никакого. Опа, здрасте. Преследуй нарушителя. Он отрывается. Код 3. Погоня. Да, сейчас проверим. 10-6. Внимание, прошу поддержки. Самому мне с ним не справиться. Принято. Вера 32. Есть свободная машина. Направляю к вам. Необходимо прочесать район, я его упустил. Внимание, поступила информация, что Код Шей ехал на запад по Фишер Роуд. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Отбой, я его вижу. Вижу нарушителя, продолжаю погоню. Блин, тачка кайфовая, мне нравится. Применяю 1075. Попробую зайти в перед прием. Вижу объект, начинаю пожарю. Одна машина не может продолжать гонку. 32. Сигнал принят. Включаю. Еще одна тачка мимо собой. Кончаем с этим. Вызывайте сюда всех, кого только можно. Придется применить суровые меры. Еду по ваш квадрат. Код 3. Ждите. Срочно старт 1073. Никакие вы выпишите в района. Он только что поехал. Один я с ним не справлюсь. Кто-нибудь, помогите мне. Дышь. Я на той стороне совсем рядом. Ждите. Дышь. Это становится опасно. Код 6 надо. Кажется, что уже взлетает.
Где тут типа? Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Его надо завалить. Давай, да, назад. Сейчас влечу в него. Так, тут у меня где-то, да? Вот тут. Нет. Вон он. Выиграл пари. Порча полицейских машин. Ничего, сейчас еще надо будет найти. Слушай, такое дело, ты в курсе, что цыпочка по имени Мия делает на тебе огромные бабки и не делится? Между прочим, на нее дело заведено. На нее дело заведено. Ее пасут, точно говорю. Я бы держался от нее подальше. Так, ладно. Пари надо. Сколько? 3 штучки там. Можно одно пари выплатить и все. В принципе. Отлично, пари есть. Гонки 4 надо, да? Да. Это хорошо. Вот это можем, в принципе, еще одну гонку. На время.
мечту, что можно объехать. Если не забудем. И тут я влетаю в финиш прям. Нет. Плюс 19. Привет, пешеход, это Рейзер. Я тоже без тебя заскучал. Кстати, твоя тачка передает привет. Кажется, я ей больше не нравлюсь. Давай, давай, чертила. Загон. Кто больше наберет по скоростям 200 километров в час. Ох, я встрял. Сейчас главное здесь не врезаться никуда. Ёбаный в рот. Охуеть, текстура дерева какая ёбнута. Я просто в ахере, там текстура дерева километровая, что ли? Охереть можно. Тут у вас деревья тут. Нормально, такие живые. Третье место. Третье место? Чего? Не-не-не, я нахуй вообще не буду эти гонки играть, они ебанутые какие-то. Лучше вон какие-нибудь круговые.
главное всегда первым быть. Так, вот тот дебильный финиш. Ой, финиш. Угорок. Все, ЖК. Один раз все. Врезался в стену ГГ. Просто ход гонки изменился, сука. Дебильные повороты. Бесит меня это, сука, очень повороты. Сука. Сейчас или никогда. Отлично. Сука. Найс. Все, лаз гонка. Вот это, сука, повороты сделали конченые. Жесть. Я в шоке с таких поворотов. Все хреново, очень много сказать.
Да, передо мной перестройся. Конечно. Перед кем же еще? Я на фул нитро, чисто. Меня догоняет сзади тип. Шок-контент. Боже, тип просто бешеный какой-то сзади. Ну как, есть тут такое веселье? То что ж будет в Рокпорте, а? Кстати, Рейзер тут мутит воду, но ты не волнуйся, что ж ему еще делать, бедняги? Он хочет себя урыть, тебя урыть кровь из носа. Плевать, знай, гоняйся, и все будет путем. Ты его достанешь, а я разбогатею, до встречи. Так, все, рейтинг остался. Стоп, а у меня сколько рейтинга? 163. Надо 180, окей. Вот что такое. Ты меня заново облюбовали, желающий попрыгать с трамплина, поэтому здесь сюда идет. Окей. Больше давайте первым попробуем. Влетаю. Дух. Все что ли? Блин, мало рейтинга. Кажется, у тебя проблем с кошечкой по имени Иси. Она все уши мне прожжала, что ты тормоз вместо тебе и место тебе в Розвуде. По-моему, нарывается. Поставь ее на место. Кстати, учти, она не подарок, и тачка у нее правильная. Имей в виду. О! Фига себе. Быстро рейтинг как-то набрался. Было 163, стало 180 тысяч. 183 вроде. Мазда. Нифига, она нормальная. Только у нее за рулем мужик еще. У нее за рулем моделька мужика. Мазда. Спринт, я не помню, это один круг. Вот так. Тачка тоже нормальная. Не, заново надо начинать. Это проигрыш. Заново, заново, заново надо. А, слишком далеко. Есть только на какой-нибудь ошибке поймать.
Попробовать можно, конечно. Раз, хоть пять, еще пять. Отлично. Первая гонка за мной. Давай, next. Кольцо. Окей. Вот здесь снег люто идет. Сука, за мной поехал, падла. Нельзя так делать. Сука, нет, блядь, прям перед финишем уёбище. А, блядь, я думал, сука, я перепутал. Ну, блядь, всё равно хуёвое. Всё равно плохо. Я думал, у нас один круг спринтов. Я думал, мы спринт, а у нас кольцо. Сука, почему она здесь поехала? Не надо здесь ехать. По коротким дорогам только я могу ехать. У меня разрешение специальное. Вот падла. Сука, обоссанный грузовик. Сука, еще раз я увижу этот грузовик обоссанный. Она быстрее. Сука, блядь, я ебал грузовики эти. В этой игре конченые. Все грузовики дебилы. Да хватит показывать мне, у меня нет времени на это. Вот тут тормоз. Она вообще плевать, она просто летит. Сука, на все повороты летит просто. Летит, летит просто на все повороты, и похер.
И похер, поворот, не поворот. Плевать она хотела. Сука, вот а если она сейчас опять перед финишем это вот. Я обоссусь. Да, вон финиш. Сейчас здесь нормально войти. Нитро нажать и рот ей обоссать. Изи. Все. Гони сюда тачку свою, тварь. Плюни в лицо ей, сука. Новые возможности. Ладно, давай тачку свою. Хорошо. И чё там? Отсрочка, конфикс. А. Окей. Следующий китаец. Биг Лу. Настоящий корейский матч, только не смейся. Мне тоже смешно выпендриваться перед девочками, но умеет этого не отнять. Но как видит копа, сразу в кусты. Хорош. Вот и все. Иси доездилась. Класс. Продолжай в том же духе. Так, давайте вернемся в гараж, Миш. Ага. Значит, тачка вот эта, она будет посильней. Пари. Ну, давайте гонки выберем. Так. Наверное, вот эти я возьму. Они вроде изичные. Блин, только я опять не посмотрел. Чё там? Чё вообще надо? Сколько гонок там выиграть? А, точно, мы же тачку сменили. Здесь срезы, это вообще толку надо. Этого среза. Но управляемость вроде заметна. Потому что управлять легче при поворотах. Наносит меньше вроде. А стекла разбиты. Опс. Это плохо. На такой скорости врезаться в грузовик, и с ним ничего не случилось, правдоподобно. Эй. Грузовик из кирпича чисто. Кирпич, мне кажется, пошатнулся. Быстрее. Плохо. Это все этот самый грузовик. Он виноват.
срезать вам. Так, вот тут срежем тебя. Срезал. Машинку все. Что за дебильные повороты? Быстрее себя будет, да? Десять секунд, ладно. Пять гонок надо выиграть. Хорошо. Давайте тогда это. О, я случайно. Жесть, на первый же немного было. О, это я помню. Три, две. Вот это люто. О, вот ГГ, кажется, сейчас будет. Чувствую. Почти нитро сейванул. Следующий пункт — это last пункт. Ластовый. Так вот тут срезать можно вроде. Нет? Показалось, значит. До финиша нормально. Сколько там? 11 секунд. Вообще нормально. Надеюсь, ты уже сбросил парочку пончиков на голову копом. Рад, если тебе понравилось. Другое дело, что смех смехом, а просто так сшибать эти вещи не стоит. Потом в нужный момент их может не хватить. Что может быть веселее, чем специально зацепить за собой хвост? Привести его в нужное место и полюбоваться на то, как они барахтаются. Разве это сравнится с тем, чтобы уронить эту дуру просто так? Или еще хуже, сбить и не попасть копом? Дать им время отстать или вообще обогнать тебя? Нет, что ни говоря, сбивание пончика — это точная наука. Там, типа, чтоб оторваться. Так. Давайте один круг попробуем. Не, эти... Я не хочу играть. Где на скорость надо, у кого максимальная скорость.
максимальная скорость. Это звучит прекрасно. ГГ пахнет. Не чувствуете? Сука, дебильные повороты. Попробуем вытащить что-то, но вряд ли получится, я думаю. Ладно, я верю, давай. Уже вон вижу третьего. Чертилы это. Жесть, срезы какие конченые здесь. Нет, это ж точно проигрыш. Это прям очевидно. Можно надеяться там то, что они зафейлятся где-то. Но расстояние слишком большое уже. Да, все, это ГГ. Жопу вам, сука, в деду. Падла. Внимание. Внимание, говорит Германия. Ну, давайте, я не знаю, еще раз спринт. Тут решает просто знание дороги. Знание дороги решает. Как сейчас. Если бы я знал, что это конченый поворот, то я бы и не поворачивал. На одном колесе прокатился вообще. На скорости все. Повороты, развороты. Блядь, меня заебали эти объезды ебаные. Нереально конченые эти объезды. Вот. Давай, сука, машина. Давай, мы сможем. Сука. Нитро бы сюда сейчас фуловое. На тебе раз, сука, в жопу тебе. Все, ладно, давайте другое, это кончено. Не-не, не хочу. Это чё? Дрэк-рейсинг.
Не знаю, давайте попробуем. Чисто по одной тачке, что ли? Что это такое? Двигайся из-за двух. Блять, я вообще ни разу не играл в это. Ну нафиг, не хочу играть, не хочу. Кончено. Это тоже не хочу, дебильная игра. Развороты, повороты. Ладно, давайте вот это. Блин, я не помню, это спринт. Да, вроде спринт. Специально сделал, чтоб смотреть на прыжок твой, а потом смотреть, оп, поворот, здорово, прям поворот печатался. Ладно, у меня уже три есть. Еще есть спринт. Ладно, вот это можно еще что-нибудь. Зачем тогда этот был поставлен? Церковь, сука, лесная. Дебил, сука, лесный. Еще бы тачку передо мной поставили, чуть нет. Я впечатался хорошо. Thank you.
Из. Да, машина разбита. Гонки истребителей построены не так, как прочие. Не всякий первым доехавший до финиша победитель. Здесь побеждает тот, кто засветится на полицейских радарах. Как самый быстрый, что все радары зашкаливало. Нужно реально оценивать трассу. Бывает, что радар спрятан за крутыми поворотами. Перед ними лучше сбросить скорость и избежать ударов в стену, а в самом конце поднажать. О близости радара вам напомнит писком верный антирадар. Как только он запищит, изо всех сил давите на впрыскиватель закиси азота. Лаз победа нужна. Нам придется вот это. Другого пути нет. Остальные гонки дебильные. Надо only газ сжать. Даже на поворотах. Успели здесь погонять с кем-то. Машина скорости не удерживает. Блять, как себя на старте, блять. Ой, на старте, на финише проебал уже. Пизду, блять. Заебал, эта игра ебаная. Да иди нахуй, блять. Сука, блять, уебище. Сдохни нахуй. Лети, сука, в тачку. Лети, сука. Уроды, блядь. Давай, все, дави. Сука, идиот. Полицейский не работает вообще. Разворот. Ясно, блять, рот я ебал ваш. Как нахуй это ебаное говно остановить? Рот я ебал, этой игры кончено. Где-то
надо будет в следующий раз там объехать. Там напрямую легче. Особенно после поворота, если на маленькой скорости еще. Наконец-то я это выиграл. Все, осталось пари. Все, преодоление менее 2 загрязнений. Отрывайся от полиции, отрывайся от полиции. Во! Вот это можно. Нет, тут надо с поворота лететь. Вот так. 190 надо. Надо закис азота. Много, очень-очень много. Сука, лагающая кнопка. Не, мне не хватит скорости. Мне надо вернуть туда же. Мне надо с той же точки начать. Вот отсюда. А здесь разгон брать очень хорошо. Сейчас, если за кислород за 1000 подождать, идеально вообще будет. Сука, тупорылая машина, блядь, двигайся в другую сторону. Все, вот тебе должно хватить. 190, ну почти 200 даже. Это снова я, у Кросса на тебя зуб. Тут один коп зовут Кросс, очень того интересуется, ездит на корвете Си-6. Увидишь его, вали сразу, с ним всегда толпа подручных. Как минимум трое, окружат, бибикнут, не успеешь. Меня так уже раз прижали. Ладно, если что, свистни. Нет, вот это лучше. Сука, я его задеть не могу, у меня машина дрифтит. Наконец-то я добил эту суку. Где все менты-то? Наш преследуемый куда-то девался. Мы собираемся прочесать место. За связи. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на запад. Через Данвик Виллидж. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов. А рейтинга сколько надо? Ага. Окей. Че, выполнил? Нифига себе.
Окей, рассол с рейтинг только. Окей. Так, да, видите, как обычно тут. Влетаю. Что за здесь зеленые типы? Внимание всем. Последний раз объект двигался на север. Через Данвик Виллидж. Решено выставить оцепление. Надо другое местность. Да они вообще плохие какие-то. Примета нарушителя есть в базе. Код 6. Многократные нарушения. Гонщик нелегал. Есть неоплаченные штрафы. Подключаю специалиста. Достали эти менты. Сливаться постоянно. Ладно, надо не добивать мента, надо немного с ним поездить. Разок влететь. Давай за мной. Ну чё, где твой Кен? Кентов зови давай, сука. Этому тоже недолго осталось. Не сади. Ух ты. Сейчас проверю по соседним округам. Ты выиграл пари. Продолжать движение.
есть амины со мной. Амины со мной. Когда объект видели в последний раз, он следует. Вижу нарушителя. Все ко мне. Сука, чё ты кинешь, что ли? Внимание всем. Идёт преследование нарушителя. Вот же. Приготовьтесь, ответьте сигнала. Подробности на экране. Работаем на канале. Так, мне надо куда-то лететь. Причем срочно. Охереть, там за мной ментов сколько. А там сидим, блядь. Уёбище ебаные. Встали, блядь. Кончи. Сука, блядь, арестуй меня ещё, уёбок. Окей, теперь на очередь Биглу. Звони ему, назначай время и место. Сколько я набрал? О, мало. Кольцо, кольцо, ладно. Серпантины, сука, ненавижу серпантины.
ёпта. Рася быдло. Сука, дебильные грузовики, я, блядь, ненавижу вас в этой игре. Спасибо. В это спринт, блин. Люблю эти кольца. Круги эти самые. Нельзя давать ему. Отлично. Все, дальше. Серпантин, сука. Ненавижу серпантин. То, что борзин не надо.
странно едет, сука. Ага. Он догнал меня быстро, очень, очень быстро. Тут он должен врезаться в машину. Вот они, кстати, серпантины. Жесть, он на этом повороте вообще плевать хотел на поворот этот. Все равно ехал с такой же скоростью. Прямо надо было, сука. Тается у меня. Или кто-то там кореец. Нет. А надо было. Сука. Ебучая китайская рожа. Давай, давай назад. Сука, ну врежься в машину, падла. От меня отстань только. Так, вот тут жмемся к углу. Он не пойдет. Все, ладно, изи кап. Победа. Победа, победа вместо обеда. Чё? Три круга надо? Или что? Когда это стало три круга? Всегда по два было. Да, рано я обрадовался, понятно. Ладно, я хоть газ не отпустил. Продолжал ехать. Так, тачки, вы задержите его, ладно? Все, договорились. Вы там поворачиваете, как ко мне, короче. Как мне мешайте, так же и не мешайте, падлы. На этот поворот он просто плюет. Он едет с такой же скоростью, как напрямик. Этот поворот. Ссать он хотел на этот поворот. Сука. Третий раз я тупой. А китайцы мне. Ну, нормально меня развернуло. Но ему-то все равно, он на поворотах все равно херачит, как псих. Плевал на повороты. Сука. Хорошо. Одна ошибка, не дай бог, и все выглядит. Thank you.
Все, наконец-то победа. Я надеюсь. Надеюсь, не четыре круга. Четыре. Спасибо. Сука, у меня аж палец устал. Все, давай проваливай отсюда. И шаг. Самый. Призовые зитоны. Вот что, уникальный стайлинг. Нет. Давай тачку свою. Денежный приз. Тачку свою давай. Машин соперников. Вот, хорошо. Дальше очкарик. Карл Смит, барон. Бароном этот парень назвался сам. На самом деле он просто богатый папик с побережья. Думает, что его тачка под заказ. Одна такая в целом свете. Ясное дело, одна такая дрянь за такие деньги больше никому не нужна. Показал бы ты ему, на что способны машинки без исков. Какой ты злой, всех обижаешь. Смотри, могут ведь и прям обидеться. И прислать кого-нибудь крутого, чтобы он тебя обидел. Cool story. Ладно, этим бароном мы займемся в следующей серии. А пока гаражик, летим. Выбираем автомобиль. Стоп, что я выиграл? Какую тачку? Вот эту? Мазда? А, вот это параша. Я бы не сказал, что она параша. Смотрите-ка. Нормальная тачка вроде. Управляемость. Ускорение. Да, вот это быстрее. Mitsubishi. Так, сохранить. Так. Ну все, ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.